тем, кто был на скамейке, бегает быстрее любого животного. Считали все правильно. Нет Дольберга, нет Андреаса Скоф-Ольсена. Бригада, те, кто работает в поле. Так, еще раз давайте по ним пробежимся. Льорис в воротах у сборной Франции. Тео Эрнандес, Упамекано, Варан, Кунде. Это линия обороны. Нельсон, Меле, Эриксон, Хёйберг и Кристенсен. Другой Кристенсен. Это группа атаки. Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции. Ну, это уже все, ребята, вам прекрасно знакомые, которые на чемпионате мира. Поэтому давайте лучше сравним лидеров. Они-то вполне возможно, я не знаю, кстати, все ли... История, особенно если она сказочная. Вы уже одна из самых прогрессирующих команд мира, а также полуфиналист чемпионата. Расстояние головой послал мяч в штангу. Все это мы запомнили. Я бы даже назвал его игроком, в которого верят меньше всех в этом составе. Но Адриен Рабьегаду. Франция дважды проиграла датчанам. Проиграла дома. Но, в общем, дал понять, что Мбаппе он может. А нельзя лучше олицетворяет этот календарный год. Эти команды хорошо знают. Франция, Дания. Знакомимся с матчем с Польши. Судейский приказ. На фланге. Можно сказать, в обороне, можно сказать, в атаке. Закрывает весь край Расмус Кристенсен. Лид. Ждали во Франции и надеялись, что он не пропустит. У микрофона. Поехали. Суперматч стартовал. Прошедшую через молодежную изолировали на Евро 22. Выбрасывается передача между линиями для того, чтобы их разрушить. Но там Орельен Чоамини. Правда, в этот раз действует он не на свой мяч под правую. Здесь заблокирован удар кем? Кристианом Эриксоном. Два из них на Евро. России и Англии. Далековато от штрафной. Высокой линии обороны располагается сборная Дании. А через молодежку. А теперь многие удивятся. Ну как же так? Дачу штрафную площадь и скидка! Жиру не попадает по мячу. И как... Он может... Ну, Каспер Хилл. Нелсону 24. Подача Гризмана. И от Корнелиуса мяч улетает за пределы штрафной площади. И будет еще... Мбаппе хотел в стеночку сыграть с Тео. Не удалось. Это большое приобретение. Подача Гризмана. И опять на дальнюю штангу скидывал Варан. Снова Кильян. Он прекрасно знал, кто все эти люди. Потому что... А над Адриеном Рабье будут смеяться все его партнеры. И не укроешь. Это Мбаппе, это фол. И это может быть желтая карточка. Шимон Марчинек. Останавливает шутливого тона. Но об этом попозже. Дембеле, подача. Опасно! И Шмейхель выручает после удара Адриена Рабье. Франция как будто бы затягивает себя в этот танец. И рядом Гризман. Он как скорая помощь. Везде здорово уходит Мбаппе. Подача какая. И это Кунде. Удар поворотом и небольшой рикошетик от своего же игрока. Понять ветеранам, что скоро их место будет занято. Рабьё снова раз. Это означает, что игра пока не устраивает до конца, играя за лиц. А сборную США вы уже видели не раз на этом. Плохо разыгрывает стеночку, проскакивают они вместе с Жиру. Гризман успевает пробить в ногу. Дембеле под удар. Хёйберг бежит, но он не центральный нападающий. Корнелиус не в офсайде ли он открывался, но его оттесняет Чоамини. Удар! Не стал Корнелиус рассусоливать. Неужели не было офсайда?